Привет, друзья! Сегодня хочу поделиться рецептом очень вкусной творожной выпечки. Это красиво нарезанный рулет или плетенка. В начинку добавила корицу и орешки. Плетенку очень легко приготовить и приятно подать к столу. Она украсит любой праздник и поднимет настроение не только своим вкусом, но и внешним видом. Продукты в ней самые простые. В тарелку для смешивания добавляю творог комнатной температуры. Высыпаю сахар, добавляю желток и размягченное сливочное масло. Также я высыпаю ванильный сахар и добавляю щепотку соли. Продукты я сначала перемешиваю вилкой, а потом пропиваю блендером. Получается легкая воздушная творожная масса. Она очень гладкая и без комочков. Добавляю заранее просеянную муку и высыпаю разрыхлитель. Начинаю замешивать тесто лопаткой. Как только оно становится достаточно густое, высыпаю остатки и вымешиваю его руками. Мне нравится, когда творог без крупинок, пастообразный. Из него получается очень нежное, приятное тесто. Чтобы тесто было удобно раскатывать, заворачиваю его в пищевую пленку и убираю в холодильник минут на 40, лучше на час. Пока тесто охлаждается, готовлю начинку. К измельченным орехам я добавляю сахар, корицу и хорошо перемешиваю. Тесто охладилось. Присыпаю немного мукой стол и само тесто и начинаю раскатывать. Охлажденное тесто очень послушное и легко раскатывается. Формирую из него прямоугольный пласт. Толщина пласта 3-4 мм. На раскатанное тесто я высыпаю начинку. Распределяю руками равномерно по всей поверхности. И немного прижимаю скалкой, чтобы она не высыпалась при нарезке. Раскатанный пласт я сворачиваю в рулет. Переворачиваю швом вверх и немного прищипываю края. Затем переношу рулет на противень и начинаю формировать плетенку. Я делаю на нем отрезы, не доходя примерно 1 см до донышка. Нарезанные ломтики я немного смещаю в сторону, в шахматном порядке. Ширина ломтиков у меня примерно 2,5 см. Формируется плетенка очень легко. Духовка разогрела заранее до температуры 180 градусов и сформированный рулетик ставлю выпекаться. Выпекается он примерно 30 минут. Плетенка готова, она красиво зарумянилась и сразу после выпечки очень мягкая. Надо едать хорошо остыть, а потом аккуратно переложить на блюдо. Можно просто перетянуть ее вместе с пергаментной бумагой. По вкусу рулет получается очень нежный, как и вся творожная выпечка. С ним очень хорошо сочетаются орешки и корица, но начинку можно добавить любую. Попробуйте эту удивительно красивую и простую в приготовлении выпечку. Точное количество ингредиентов у меня в начале видео и внизу в описании. Если видео вам было полезным, буду очень благодарна за лайки и ваши комментарии. Всего самого доброго, до новых видео, пока!